Всем привет, ребят. Ну что, у нас поменялось немножко на китайке время акций. Некоторые акции добавляют тоже с утра у нас по МСК. Точно так же, как и на всех остальных серверах. То есть в одно практически время у нас сегодня открылся шар. Сейчас вам его покажу. Вот такой вот шарик. 18 дней он идет, то есть опять времени мало. Далее здесь возможность собрать афинку. Кукуруза и помидоры, вот так вот. Короче, будем садоводами, огородниками. Не знаю, кем там, но пора, короче, собирать урожай. И яблоки. То есть можно 100% получить афинку. Не знаю, сколько на это ресурсов уйдет. Постараюсь, возможно, сегодня вам это заснять. Так, что у нас есть? Коробку, одну афину, ну как-то скудненько. Но самое основное, ребят, посмотрите сюда, скин тыквы. Я считаю, это очень круто. Скин Влада Дракулы. Не знаю, как оно по итамам будет идти. Ну, в принципе, все можно собрать. Посмотрим. В общем, вот так вот. Вроде и скудненько. Но эти награды смысла собирать нету. Я уже показывал не раз, отсюда падает реально фигня. Может, они шансы и поменяли. Но самое основное — это Афина и скин тыквы. Вот так вот. Что у нас еще интересного есть? Ничего больше, в принципе, у нас не поменялось. Камни я забрал. По акциям у нас тоже ничего не добавилось. Вот так вот. То есть, в принципе, я считаю, неплохо. Тыковка. Многим нужен скин, потому что многие там повкачивали какие-то таланты для усиления, там нормально она прибавку дает, поэтому в первую очередь забейте на Афину, лучше купить скин на тыкву, а потом уже дальше, сколько там, 20 вам не видно, а потом уже дальше копите на Афину. В общем, такие вот дела. Сейчас я гляну, что у меня тут творится по скинам. Так, у меня огник остался, вот как раз призрачный добьем, 50. Тут тоже, в принципе, не особо много скинов мне осталось прокачать. Вот Дракула, надо будет все его забирать. В общем, я буду сегодня бегать, покажу вам, что и как. Но пока этих скинов, как видите, у нас, как обычно, просто нет. Так, такие вот пироги, все. Поэтому копите ресурсы, как обычно, и ждите уже у нас на русском, там на английском сервере. На китайке уже открыли новый шарик. Все, всем удачи, всем пока.